Ребята, всем привет! Вы смотрите мой канал Оли Ди. Сегодня мы с вами откроем вот это. Возможно, вы их не уже увидели, но мы об этом еще поговорим и рассмотрим. Но перед просмотром видео вам нужно обязательно подписаться на мой канал, нажать на колокольчик и поставить лайк. Ведь я стараюсь и снимаю для вас. Ну что, давайте начнем. Итак, первое, то, что вы уже увидели, вот эту коробочку загадочную поставим вот сюда. Он тут у нас будет стоять, ждать, вы будете видеть. Значит, это первое, это такое прекрасное, мы, когда я только увидела на сайте, я его просто захотела очень сильно, потому что, смотрите, это мое имя. Ну, там не мое имя было, просто такое, типа, мыло с твоим именем. О, как меня зовут? Оля, тут написано Олечка. Офигеть, тут 6 маленьких мыл, чтобы понимали, вот это вот все так вот выглядит очень классно. Да, и это все отдельное мыло, чтобы понимали, очень классно, такая как конфетка. А, ребята, еще, я вам забыла показать, еще вот такие пазлы, они лежат тут на кровати, но я просто забыла их сюда поставить. Короче, вот 1000 пазлов, давайте быстренько откроем, а коробочку самое интересное потом. Так, странно то, что этот сайт ничего не запаковывает, но... Одни пазлы были чуть-чуть запакованы клеем, ну как не клеем, а как-то скотч. Вот, они были, вот я чуть-чуть его уже вот стригла, ну чтобы не тратить время на видео. 1000 пазлов! А я думала, когда я заказывала, как я это буду собирать. Я, наверное, об этом не думала. Мне лишь бы заказать. Ладно. Короче, ну, думаю, то, что когда-то я соберу, чтобы вы понимали, у меня уже картина, ну, такая алмазная мозаика, уже лежит где-то года два. Я ее даже не собирала, она такая огромная, ну, это я. Итак, давайте продолжим. Черная загадочная коробка. Кстати, ребят, наверное, уже я это снимаю видео, еще вообще я даже не снимала вот эту пятую серию, так что... Если вы уже посмотрели, то есть выпустилась пятая серия, то вы должны обязательно поставить лайк, потому что я даже не знаю, выпустилась, но, скорее всего, на всех поставьте лайк. Мне будет очень приятно. Ну что, не теряем время, распакуем эту коробочку, черную загадочную коробочку. Ну что, давайте открывать. Тут всякое интересное, предупреждаю, очень интересно. Раз, два, три. Класс! Я этого очень сильно долго ждала. Давайте прям при вас сюда буду распаковывать. Значит... Первое. Давайте вот так поставим коробочку. Первое. Вот такие классные закладочки. Смотрите, сколько тут всего просто, ребята. Я вообще хотела заказать перед 1 сентября, но почему-то, по какой причине этот сайт не работал, где вот эти вот именно наклейки были, такие закладочки классные. Короче, как-то так. Дальше. Тут есть вот такой вот кремушек. Он должен пахнуть. Давайте понюхаем. Так, оп, тем. Ой, смотри. Ребята, как он пахнет. Давайте мы ручки намажем. Ой. Я вот хотела, знаете, чтобы масляный, знаете, такой был такой вообще классный. Это я вам сейчас скажу, с чем вот это вот мой этот. Здесь, наверное, грейпфрукт. Ну вот, короче, тут пчелка. Вот пчелка. И вот вверху. Прямо тут. Вот, ну, короче, грейпфрут здесь. И, наверное, какой-то лимон или какая-то дыня. Даже не знаю. Так, дальше это заколочка. Такая красивая прям. Да, такая красивая. Давайте ее нацепим. Не знаю, красиво, некрасиво, но я уже нацепила ее. Как, оцените заколочку. Так, дальше вот у нас тут осталось так. Значит, потом это опять же мыло. Чтобы вы понимали, я все заказывала с одного сайта, но вот, например, мое имя мне запаковали вот так. Почему-то я думала, что и мыло мне будут запаковывать именно вот таких вот, как типа, ну, красивых вот таких вот. Но, к сожалению, нет, запаковали мне в обычную пленку. Вот, с каким это запахом, я забыла. Наверное, это клубника. Такое, как, смотрите, такое зефирка. Вот, классная. Это мыло, ребят, чтобы вы понимали. Вот, потом я буду обязательно купаться.
этим мылом. Вот это я себе хочу поставить на стол для красоты, но реально очень красиво. Зацените, 6 мыльцев. Так, ну не теряем время, вот такое вот мыло с одной же фирмы. И вот такая конфетка. Давайте ее понюхаем. Как она пахнет, она как банан. Я даже вот не помню, вот с чем оно. Смотрите, тут так три слоя, желтый, зеленый и фиолетовый. Очень классно. Как будто, знаете,